Короче говоря, я уснул. Я пришел со школы, лег на диван, открыл ноутбук и начал смотреть свое любимое кино «Шерлок». «Шерлок». После этого я начал засыпать. Когда я начал засыпать, я закрыл компьютер. Положил на место, встал с дивана и пошел пить кофе. Я выпил кофе и начал обратно возвращаться на диван, досматривать свое кино. Когда я открыл компьютер, я перемотал фильм, где я был. После этого я уснул. Я спал очень долго. Я начал ходить по комнате, чтобы не уснуть и досмотреть свое кино. Но я все-таки уснул. Короче говоря, я уснул.